Сегодня о проделанной работе отчитывался и глава фонда госимущества Игорь Белоус. Он рассказал, что больше не видит себя в этой должности и в дальнейшем планирует реализовываться совершенно в другой сфере. Напомню, в марте этого года премьер, недовольный результатами работы Белоуса, предложил ему написать заявление об увольнении, что он, собственно, вчера и сделал. Кто станет преемником, пока неизвестно. Для мене особисто настав час рухатись далі. Ми багато зроблено, але ще багато треба буде робити. Я просто себе бачу з точки зору там іншого розвитку, так, в іншій абсолютно площині, не в державній структурі. Тобто я не йду в політику, я не збираюся йти на вибори і так далі. Тобто я абсолютно бачу себе в бізнес-середовищі, де я виріс,